Хочешь заинтересовать ребенка, заинтересуй его родителей. Способы популяризации рабочих специальностей обсудили члены Координационного совета по духовно-нравственному, гражданскому и военно-патриотическому воспитанию. Минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной. Старый Оскол отмечает день освобождения от немецко-фашистских захватчиков траурным митингом. Креативно и перспективно. Белгородские радийщики разрабатывают план сотрудничества с представителями УМВД. Совместные проекты 2015 года будут рассчитаны на слушателей разных поколений. Прямо с грядки. В теплицах ОМК занялись сбором огурцов. Первые 20 килограммов свежих овощей пошли на стол воспитанникам Староскольского детского дома.